Всем привет, друзья! И сегодня мы готовим тележковарину. Для этого нам потребуется телятина, зеленчуцы, картофель, морква, помидоры, зелень, лук, ну а также первым делом нарезка мяса. Ну я решил, я помню, как в механи нарезают, но я решил так и нарезать. Никакими не кубиками, просто вот такими пластами. Кстати, нужна телятина обязательно. Просто без телятины не будет тележка варена. Вот. Еще мне надо было купить мясо с косточкой, чтобы мясокостный бульон, он самый наваристый. Но я, как последний долбан, купил, как сказать, элитное мясо. И сейчас мы ставим это на плиту. Мы сейчас лук вот так вот пошинкуем и добавим сейчас в наше мясо. Лучок. Кстати, вот тут уже пенка поднимается. Ну ладно, пускай она закипит. Отправляется. Ну пускай, ну для вкуса надо. Сделаем как делают повара. Сейчас я занимаюсь сниманием пенки. Говядина закипела, мясо варится час. Что мы делаем с лучком? Мы лучок сейчас обжарим, обязательно кольцами нарежем. Вот так. Даже не кольцами, а кругляшками. Обжариваем лук без масла. Я так посмотрел, все обжаривают без масла. У меня есть такой лайфхак. Когда жарите картошку сырую, вы сначала в сковородку нагружаете картошку, а потом ее обжариваете, и она одновременно сушится. А как только она там начала поджариваться, заливаете масло и уже жарите до готовности. То есть это мой лайфхак пожарки картошки. Исключает, знаете, вот как повара сушат полотенцем картошку. Нарезка картошки. Крупная. Знаете, последовательность я не помню. У меня своя последовательность. Все. На глазок. Вот так. Опять же так же крупно нарезаем. Помидоры. Так, и сначала мы закладываем наш лучок, который мы обжарили. И помидорки. Ну просто что они же быстро. Пускай. И вот да, зелень петрушки. Давайте закинем. И поскольку мы вышли на финишную прямую, мы уже посолили. Сейчас добавляем лавровый лист. Какой такой покрасивее сейчас выберу. Красивый лавровый лист. Они такие все. О, вот он красивый, красивенький, красивенький лавровый лист. Сюда его. И как всегда на глазок из баночки берем перец. Итак, тележку варену. Что я рекомендую? При подаче уксус, хрен. И вот так вот. Так, давайте попробуем уже, как обычно, по традиции. Ну, замечательно. Господа, замечательно! Ну и как же я по нему соскучился, а? Слышь, господа. Я хотел бы пожелать всем зрителям и подписчикам нашего канала огромного здоровья. Ну, как говорится, сибирского здоровья хотел бы пожелать.
Вот, тележка вареных, это замечательное блюдо, блин. Вот я помню, ну, тоже один персонаж, не буду его называть, как его там зовут, и знакомец, так сказать. Ну, больше, чем знакомец, так сказать. Он сказал, что это щи. Тележка варена — это не щи, это суп. Вот. Причем замечательный суп. Вот. Кстати, вот я не сказал, что при подаче яблочный уксус, но я никогда ни хрен не клал, ни яблочный уксус. Ну, просто не люблю. А вот так вот за милую душу похлебать — это замечательно. Вот. Кстати, вот есть книга такая, «Шедевры мировой кулинарии». Не помню, сейчас я сказал, должен был появиться сейчас тут перед вами с книгой, вот с этой. Ну, я, блин, где-то она там валяется, и ладно. Дело в том, что «Шедевры мировой кулинарии», ну, сами понимаете, господа. И там авторша, ну, так сказать, ну, недалекая, скажем так. Там есть тележка вареная, но она называется... То есть авторша даже не назвала ее, она назвала это какой-то овощной суп с говядиной. Нет, господа, вот так сказать. Тележка вареная, если знаешь, как готовить, можно даже вот... Как я открыл книгу, опа, тележка вареная. А почему она так называется? А потому что автор дебил. Вот так. Вот что хочется сказать прежде всего? Ладно. Ладно. Вы уже соскучились? Так идите на кухню, приготовьте себе супчик такой, да, вот. Вот. И, в принципе, я сейчас поем. И чтобы у вас все было хорошо. За вас. А у меня уже все хорошо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет много интересного видео.